Друзья, 2 года мы жили без программы «Модный приговор». Вот вернется она в эфир 2 января. Стало известно, кто будет вести. Это очень необычная схема. Тем временем, бывший ведущий Александр Васильев говорит, что его звали. С подробностями Жан Содель. Здравствуйте. Из прошлого состава, говорят, будет только Эвелина Хромченко. При этом Александр Васильев говорил, что его просили вернуться, но он отказал. Цитата. «Они звали меня, но по состоянию здоровья и по возрасту я никак не могу принять приглашение. Правда, сейчас чувствую себя гораздо лучше», — заявил Васильев. Как по мне, просто этот ведущий решил не признаваться, что в 65 его просто направили на пенсию. Мне кажется, кто его приглашать? Опять-таки, ну неужели он бы отказал? Потому что, знаете, вот помните, был Геннадий Малахов, да? Малахов плюс. Так он поработал пару лет в программе. Там и коттедж отстроил, 2 Лексуса купил, куча техники и так далее. Вот снимает на Ютубе, периодически смотрю. На главную роль «Модного приговора» претендуют аж 5 человек. Причем говорят, что показывать их будут весь этот месяц, а потом пройдет онлайн-голосование. Выходит, мы с вами сможем проголосовать и определить, кто нам больше понравился. В принципе, схема очень интересная, но мне до конца непонятно, а почему нам подсунули, так сказать, именно этих 5 человек. Вот кто это. Актер Игорь Верник, стилист Александр Рогов и его телерадиоведущий Александр Анатольевич, такая фамилия, стилист Дмитрий Грачев, также телерадиоведущий Константин Михайлов. Однозначно хорошо, когда проект двигается вперед и вверх, и уж тем более, когда нам не возвращают этого Васильева. Но тем не менее, действительно, есть такая вероятность, что ему действительно могли предложить вернуться. Так кто только не возвращался, и Лорак, и Шепелев, тут вот Васильев. Я напомню, просто с треском его не так давно погнали из МГУ, он преподавал. Несмотря ни на что, естественно, это многим не понравилось. Вот говорят, что как раз до этого года он работал и контракт не продлили. Такие вот новости. Что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Оцените видео, чтобы увидели другие. Можете подписаться. Каждый день обсуждаем самые важные и интересные новости вместе. С вами Жан Содель. До встречи. Хорошего дня.